И всем привет! Сегодня у нас на обзоре это третья часть новогоднего календаря. У нас его нет, почему я рассказывала в прошлом видео. Это будет долго, поэтому я сразу начнем. Сегодня у нас вот такой вот набор. Ну, аналог. Но все равно. Я его давно подготовил, никак не сниму. Вот это из прошлого, а потом из первой части я куда-то делал. Начинаю. Ну, значит, тут такая маленькая. Начнем с человечка. Вот тут. Спереду, как его показывать на бумаге. Да, только, по-моему, немного поярче. Вот тут у него ножки, все, да? Но если развернуть вверх этой стороны, этой или задом, то ничего нет. Обычно, когда делают спереди рисунки, делают и сзади. Ну, еще и на руках. Потом такой топорик, ну, обычный деревянный топорик. Дерево рубить. Конечно. Не такой сильный, а вот можно его вот так вот поставить. Вот так вот кресло. Тут зачем-то небольшая лесенка. Я шел, захотел подняться. Но ведь это можно и так. Мне кажется, так можно. А, ну если это считается блок, то два блока. Вот так. А тут домик. Может, лестница понадобится в домике, это если все 8 собрать наборов. Вот это коллекция наборов. Такой мини-домик у скелета. Это который я снимаю. Таблички с Алекс и луком и зачем-то факел. Дальше заряженный крипер с деревом. Какая-то ляная штука с выемкой для дверей. Еще какой-то человечек. Иссушитель с лестницей, но она вот тут, мне кажется, крыша, чтобы ходить на давиться. Ну там это оружие вроде может как каменное, так золотое. То, что тут прям написано, оно деревянное. А, ну хотя может и будет. Тут алмазная. Тут девочка с алмазной киркой. Загон свиньи. Ну вот, он прям, мне кажется, почти там не изменяется. И еще одно дерево с заборчиком. Там. И уже человечек с золотым топором. Ну вот. На этом наш обзор подходит к концу. Всем пока, до новых встреч.